Дональд Трамп рапортует о своих достижениях. Экономика растет, создано 2,5 миллиона рабочих мест, безработица снизилась до минимума за 17 лет, он понизил налоги, объявил борьбу нелегальной иммиграции. Он утверждает, граждане Америки – это лучшее время, чтобы начать жить американской мечтой. А его все равно не любят. Более 60% американцев категорически против него. Почему? Трамп, он олицетворяет собой хозяйственника, а не политического деятеля. Он первый крупный бизнесмен во главе крупного государства. И поэтому он выглядит такой белой вороной. И руководит государством как бизнесом. А все остальные, они привыкли наживаться с хозяйского стола. А он таких терпеть не может. Он олицетворяет новую ступень в управлении страной и миром. Политики кончились. Люди не могут уже терпеть этого всего. Пришло время действительно обустраивать Америку. Лидер с точки зрения кабалы в нашем мире на сегодня – это пока еще серьезный эгоистический деятель. Вот и все. Трамп именно такой. Миллиардер, который знает толк в хозяйстве. Я думаю, что ощутится недостаток идеологии. А идеология, как он говорит, Америка едина, Америка выше всего. И далее в этом ключе приблизится потихонечку к тому, что говорит кабала.